Привет, добро пожаловать на обучение. Сейчас ты научишься, как выживать в сложных ситуациях в игре «Домик в деревне». Итак, приступим. Для начала научимся передвигаться. Осмотрись с камерой, мышкой и кнопками на клавиатуре начни двигаться, чтобы бежать. Нажми левый Shift, подойди к метке в конце комнаты. Молодец, отлично справляешься. Теперь нам надо открыть дверь. А чтобы открыть дверь, тебе нужен ключ. На столе лежит ключ. Подбери его. Твой главный герой взаимодействует с объектами автоматически, поэтому тебе лишь надо подойти к ним. Теперь открой дверь. Теперь давай разберемся в твоем интерфейсе. У тебя есть планшет, с помощью которого ты сможешь посмотреть задание и получить подсказки. Чтобы открыть планшет, удерживай Tab, как только ты закончишь. Переходи во следующую комнату. И давай перейдем к главному. Перед тобой кровать. Ты сможешь прятаться в разных местах. Это нужно, чтобы пройти мимо монстров. Чтобы спрятаться, подойди к объекту и нажми на левую кнопку мыши, чтобы выйти из укрытия. Нажми также левую кнопку мыши. Также будь осторожен при погоне. Если тебя увидит монстр, где ты спрятался, то в противном случае он будет ждать тебя, пока ты не выйдешь из укрытия. Монстры любят ждать свою спрятанную жертву. Отлично, ты успешно прошел обучение. Теперь иди к порталу и можешь начать настоящую игру. Удачи! Эй, парень, иди сюда. Эй, чувак, послушай меня внимательно. Тебе нельзя здесь находиться. Я верю, что ты говоришь. Я сам знаю Катю. Она при жизни была злой девушкой. Поэтому она идет за тобой, и я помогу тебе. Можешь меня звать просто доктор. Сейчас подойди к окну, я выбью дверь. Я вижу тебя. Эй, парень, это ты? Фух, Катя уже здесь. Она видела меня. Поэтому я и закрыл дверь. Послушай, я сейчас открою тебе дверь.
Ты возьмешь гаечный ключ и откроешь щиток в терапии. Там находится ключ. Ты откроешь ординаторскую и включишь свет. А я постараюсь добыть оружие против них. Так сейчас? Ой, нет. Не трогай меня. Ты что тут делаешь? Что ты тут забыл? Если ты про этого призрака, не переживай. Мы ее поймали и собираемся уничтожить, и ее тело, которое бродит где-то, снова отправится под землю, а ты вот берем машину и проваливай отсюда, пока мы не отправили тебя в ад вместе с ней. Эй, ты что тут делаешь? Что ты тут забыл? Если ты про этого призрака, не переживай. Мы ее поймали и собираемся уничтожить, и ее тело, которое бродит где-то, снова отправится под землю, а ты вот берем машину и проваливай отсюда, пока мы не отправили тебя в ад вместе с ней. Эй, остановите его! Ты глупец, зачем ты ее выпустил? Бежим на АО. Благодарю, но тебе не стоило строить дом в этом месте, Александр. Стой, я хирург Блэд. Стой, я хирург Блэд. Девочки, я его вижу, иди ко мне, сладенький.
Девочки. Девочки, я его. Девочки, я его стой, вижу. Стой, я хирург. Девочки, я его вижу. Иди ко мне, сладенький. А, вот ты где. Вот и в попу. Буду ставить укольчик. Чик-чик-чик. Это будет не больно в скобочках, нет. Девочки. Девочки, я его вижу. Иди ко мне, сладенький. Вы оборзели меня закрывать в ящике, блэд. Ну все, блэд, меня бомбит, блэд. Где и кому надо поставить клизму в жопу? Идите сюда, блэд. Эй, чувак, помоги, пожалуйста, я очень боюсь укола, ну прям очень-очень. Слушай, у меня есть гаечный ключик, давай ты возьмешь и взломаешь щиток, в терапии там лежит золотой ключ от кабинета доктора, ну ординаторской. Там есть рубильник, ты активируешь лифт, и мы сбежим, не надо укольчика. Это будет не больно в скобочках, нет? А теперь, баенки, ложись, спи, дружок. Вот ты где, готы в попу, буду ставить укольчик, чик-чик-чик. Стой, я хирург, Блэд. Стой, я хирург, Блэд. Стой, я хирург, Блэд. Стой, я хирург, Блэд. Thank you.
колокольчик, чик-чик-чик.